Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарья Пузлиева. Темпы строительства жилья в области сократились. По данным Кировстата, в марте было введено лишь 26,5 тысяч квадратных метров жилья. В феврале этот показатель был равен 71,5 тысячам, а в январе почти 51. Половина всех жилых домов в первом квартале была построена в Кирове – 74 тысячи квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение оказалось не сильным – всего 7,7%, сообщает kirovportal.ru. Среди районов в области по-прежнему лидируют Слободской и Кирово-Чепецкий. Здесь было введено в эксплуатацию 22,4 и 12,9 тысяч квадратных метров жилья соответственно. На ситуацию повлияла близость к Кирову и привлекательность данных участков для индивидуальных застройщиков. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Уксовитек предлагает беспроцентную рассрочку. В условиях экономического кризиса, постоянно растущих цен и сокращения программ по ипотечному кредитованию, застройщик заморозил проценты по рассрочке на строящиеся квартиры. Теперь кировчане могут вложить свои сбережения в недвижимость, не опасаясь инфляции. Если вы уже строите квартиру или офис, то беспроцентная рассрочка сроком до 3 лет будет предоставлена вам при условии соблюдения графика платежей и оплаты не менее 70% от стоимости квартиры к моменту ввода объекта в эксплуатацию. В случае, если вы только планируете заключить договор, условия заморозки процентов будут те же. Кроме этого, при первоначальном взносе 30% покупатель получает скидку в размере 500 рублей с квадратного метра от базовой цены. Если первоначальный взнос будет равен 50%, то скидка составит 1000 рублей с квадратного метра. При этом к сдаче дома необходимо оплатить не менее 70% стоимости жилья. Если же вы сразу полностью оплачиваете покупку недвижимости, то скидка вырастет до 1500 рублей с квадратного метра. Подробнее о выгодном приобретении квартиры вы можете узнать по телефону 205-565, либо в отделе продаж компании «Уксовитек» по адресу Октябрьский проспект, 2А. На рынке новостроек цены за месяц практически не изменились. По данным портала Роснет.ру, в марте повышение составило 0,4%. Средняя стоимость за квадратный метр – 44 184 рубля. В Казани новое жилье в марте обходилось в среднем из расчета 62 712 рублей за квадратный метр. С начала года цены там выросли более чем на 3%. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.